Билет в будущее – это возможность школьникам выбрать свою будущую профессию только не по рекламным брошюрам учебных заведений, а сразу на практике. Профессиональные педагоги проводят мастер-классы в различных сферах деятельности. На этот раз школьники примерили на себя профессию повара. Перед ними ставятся реальные производственные задачи. Сначала педагоги им рассказывают о теории, а потом уже на практике они работают на современном оборудовании, работают с продуктами, которые необходимы для приготовления какого-то блюда. У нас разработано несколько таких профессиональных проб. Разные педагоги проводят. Под чутким руководством наставника ребята уверенно раскатывают тесто. Для мастер-класса преподаватель выбрал итальянскую пасту карбонара. Ошибки у новичков, конечно, были, но все они исправимы. На помощь приходит учитель. Побывали на мастер-классе девятиклассники первой гимназии. Если школьники смогут запомнить рецепт, наверняка удивят родители блюдом ресторанной кухни. Я очень сильно люблю готовить, и мне было интересно попробовать новый рецепт, чтобы, возможно, применить его дома. Тебе понравился сегодняшний мастер-класс? Конечно. Вкусно приготовил? Да, очень. По окончанию мастер-класса ребята смогли продегустировать свои блюда, а опытные преподаватели оценили вкус и правильность приготовления. Ребята все справились, они хорошо приготовили, вкусно, и сейчас они свои блюда оценят, скажут, что вам понравилось, ребята? Да! Ангарский техникум общественного питания и торговли – лишь одна из площадок большого проекта «Билет в будущее». Партнерами стали практически все высшие и средние учебные заведения региона. Программа профессиональных проб будет проходить до конца ноября. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360 Ангарск.